Первых художников-аниматоров обучили в Хабаровске. Занятия длились полгода. Выпускники получили дипломы Тихоокеанского государственного университета о профессиональной переподготовке. Обучение вели ведущие специалисты отрасли, работники Союз мультфильма и педагоги в ГИКа. Репортаж Дарьи Небора. Ермакова Ираида. Диплом специалиста анимации получает Ираида Ермакова. В прошлом выпускница худграфа, сегодня работает в торговой компании. Решила вернуться в профессию и освоить новую специальность. Уже во время обучения на курсах начала создавать свой мультфильм. Впереди большие планы. Сначала начнем с малого, с трейлера, кусочек трехминутный, презентацию к нему. И потом далее, думаю, реализовать. Хотелось бы, чтобы он выглядел как «Три богатыря», вот наш мультик. Курсы педагогов-аниматоров прошли 12 художников. Все они выдержали конкурс почти 10 человек на место. Обучение организовано в рамках создания анимационного кластера Хабаровского края при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Программу занятий разработали специалисты педагогического института ТОГУ. Перед открытием новой специальности вуз получил профессиональное оборудование. В течение 6 месяцев будущие художники-аниматоры осваивали классическую анимацию и методики ее преподавания. Уроки проходили в очном и онлайн форматах. Были задания просто по режиссуре, звук. То есть мы создавали звуки, пытались поймать ноту, характер героя, который у нас разговаривает. Среди выпускников – педагоги доп. Образования, преподаватели техникумов и вузов, которые планируют заниматься с детьми мультипликацией. Обучение прошли и преподаватели ТОГУ Светлана Тамулевич и Роман Филенко. В следующем учебном году они будут вести занятия по новой специальности – художник-аниматор. Мы уже объявлены бюджетные места на эту программу. И как раз эти педагоги, которые обучались по этой программе, и те, которые у нас войдут во второй тур этой программы, они как раз у нас будут специалистами по дисциплинам в этой образовательной программе. Будут давать качественные знания в области художественной анимации, актерского мастерства, скетчинга, классической анимации, стоп-моушена и так далее. Без работы мультипликаторы не останутся. Хабаровский край – единственный на Дальнем Востоке, где активно развивается анимация. В регионе две профессиональные студии – «Мечтолет» в Хабаровске и «Зеленые камнеежки» в Комсомольске. Они создают контент, который демонстрируется на российском телевидении и за рубежом. Дарья Небора, Андрей Цой, телеканал «Губерния».